Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите мне в комментариях, как вам звук, потому что сейчас, как вы видите, я записываю для вас звук. Тема сегодняшнего выпуска – это, соответственно, эпилептоид и религия. Это очень интересный момент. Если вам понравится, ну, данная тематика религиозная, то мы можем обсудить и другие психотипы. Но для эпилептоида религия – это не просто, да, способ духовного развития какого-то. Это, в первую очередь, способ завести себе качественный инструмент по управлению людьми. Потому что, соответственно, понятно, что если эпилептоид станет священником, он может диктовать какие-то свои правила. Также вспоминаем, соответственно, про то, что эпилептоид нуждается сам в каких-то правилах. То есть, как правило, эпилептоиды, в отличие от параноидальных, не выдумывают новых правил. Им нужно где-то это взять. Это может быть устав в армии. Это могут быть какие-то понятия в местах заключения, да, ограничения свободы. Вот. Это может быть какие-то, соответственно, другие места, где есть этот свод правил. Может быть, даже завод. Допустим, да, там сформировался негласный свод правил, сформировался, но общий есть какой-то устав там этого завода, да, и эпилептоиду очень комфортно иметь вот этот вот постоянный график, четкие, понятные правила, ну, может быть, где-то непонятные, но они переструктурируют их, они это умеют делать в более что-то ясное, конкретное, короткое и четкое. Вот, и для эпилептоида религия очень выгодно, потому что эпилептоид получает сразу и сбор правил, получает сразу и людей, которых он может контролировать, да, они приходят, они молятся, он им говорит, как молиться, как есть, как спать, что в их жизни правильно, а что в их жизни неправильно. Таким образом, мы получаем идеальную среду для эпилептоида. Однако, нужно задуматься, да, какие у нас эпилептоиды в классике описаны. Те, кто, кстати, не знает, кто такой эпилептоид, смотрите, где-нибудь здесь сейчас появится ссылочка, и внизу, я думаю, я сделаю ссылку. Можете перейти и посмотреть про эпилептоида. В общем, ссылочка внизу в описании, и где-нибудь здесь всплывет. Смотрите про эпилептоида, если вообще вы не в курсе и не понимаете, что я здесь несу вообще такое. Вот, значит, суть в чем? Эпилептоид получает людей, кем управляет, получает правила, но получает в виде религии неточный свод правил. И зачастую, чтобы эпилептоиду, да, если он такой логик, ему, конечно, будет сложно пройти этот путь структурализации религии. То есть, ну, у эпилептоида сложно с философией, да, ну, именно не в смысле с личной какой-то, да, опять же, он может использовать философский какой-то свод, набор правил, да, там, Ницше прочитать, не знаю, и вот следовать каким-то его утверждениям. Это может быть. Но сам рассуждать и формировать какие-то правила, ну, то есть ему это сложнее, ему проще взять уже готовую концепцию. И если эпилептоид чистый логик, без примесей, конечно, уже ему сложнее будет в религии. Если он даже в нее придет, он может с возрастом, со временем от нее отказаться, потому что не будет находить там логической цепочки. Для него это будет некомфортно. И, соответственно, он это, ну, так скажем, заведение, да, или эту тусовку, так скажем, покинет. А какой же эпилептоид придет в религию и останется там, задумайтесь. Конечно же, эпилептоид с вторичным типом личности, шизоидным. То есть можно назвать такого эпилептоида шизоидным. Вспоминаем понятие ядра. То есть с точки зрения генетической детерминированности будет, соответственно, наш эпилептоид действительно эпилептоидом. То есть это генетически будет в нем заложено, да, все свойства. Но если он будет расти в какой-то шизоидной семье, где мама шизоид, папа шизоид, да, они там кому-то молятся, там, я не знаю, хипуют, делают что-то такое, да, то есть чисто шизоидное, они очень творческие, с развитым творческим мышлением. Естественно,
это будет его окружающей первичной средой, и это может наложиться на то, что эпилептоид вырастет несколько шизоидным, да, акцентом таким. И вот этот шизоидный акцент позволит ему переваривать религию, где он будет натыкаться на какие-то логические религиозные состыковки. Также обращу внимание, что я говорю про религию в широком смысле этого слова, то есть речь не там конкретно православии там, или там чем-то еще. То есть это может быть любые направления, это могут быть и секты. Очень часто эпилептоиды, они любят становиться вождями каких-то тоталитарных сект, потому что тоталитарная секта, это прям про эпилептоида, он там главный, он там всех зажал, да, только его правила и ни шагу назад. Ну, соответственно, там ему, конечно, комфортно. Вот такой вот выпуск, дорогие друзья, про эпилептоида и религию. Если вам понравилась данная тема, напишите об этом в комментариях и подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами здоровье!